ситуация. Наехал гоп-стоп, начинается разговор, ты уже видишь, что обстановочка накаляется серьезно, да, но бить как бы не хочешь, думаешь разрулить ее, да, или в стоечку успеть перейти. С начала разговора ты, соответственно, стал в стойку из стритая, которую ты знаешь, не знаешь, под видео есть видеокурс по самообороне стритай, можешь его скачать абсолютно бесплатно. Встал в стоечку, все на тебя начинает, раз, два, три, все, ты понимаешь, что это все такое куда-то идет, да, просто отталкиваешь человека, говоришь, все, я пошел. И тут гопник достает ножик, выкидушечку там, какой-то любой непонятный ножик. Сразу мои первые советы, да, убегай, просто убегай. Если ты один, да, надо бежать. Против ножа очень тяжело что-то сделать, не... Даже супер-пупер там айкидошники, супер-бойцы против ножа все равно половину ударов пропускают, половину что-то сделают. То есть играть в лотерею не надо, убегать. Если, конечно, ситуация бежать некуда или рядом там жена, да, ребенок, то надо что-то решать. Он достал, начинает в атаку. Ты сразу со стоечки. Самая первая задача — следить за рукой, схватить руку двумя руками. То есть остановить. Удар будет сильный, быстрый, постараться схватить, неважно откуда, или он сбоку идет под углом, все равно схватить, да, немножко корпус оттянуть, схватить. Второе действие, сразу, самый надежный, самый практичный прием, ударить в пах коленом. То есть для этого немножко схватить или за одежду, или за затылок. Я люблю хватать за затылок, это именно из тайского такая фишка, да, наложить руку и колено в пах. При этом руку с ножом ты должен держать в стороне. Твоя рука прямая, в сторону отвел. Схватили раз, эта рука перехвачивает, эта держит в сторону. Свою руку выпрямляет, чтобы не было от этого момента рука против руки, да, если он сильнее физически, может передавить. Если руку ровную поставишь, ему уже тяжело, потому что нету рычага. Если рука согнута, все, идет работа ножом. Схватил, колено в пах, уже его расслабило, немножко поплыл. И отсюда сразу же колено в голову перемещаю. То есть он встал, колено в пах, раз, колено в голову, два. Вот здесь практичнее, когда бьешь голову, захватить за затылок. Тогда можно разойти и колено в голову дать, если есть прихват за затылок. И уже отсюда, я думаю, этого будет вполне достаточно. Пах, нос, челюсть, да. Раз, два, он уже полностью расслабленный. И уже вытянуть потом на себя. Чуть-чуть вытянешь, делаешь подставочку, человек падает на землю. И уходишь уже. Желательно также можно забрать нож. Но уже после того, как ты сделаешь только удары. Потому что силовая работа, ну, может быть разная. Если он физически сильнее, нож будет тяжело забрать. Пошла работа, раз, вот этот удар сделать, раз. Если пах уже пробил, человек расслабился. Уже отсюда, когда ты его держишь, нож в стороне, второй рукой можно перехватить и забрать ножик. Тогда это можно сделать. Но сначала все равно должен следовать удар. То есть удар пошел раз, удар пошел два. И отсюда уже или бросаешь, или отталкиваешь, или уже работаешь за ножом. Если он, конечно, его сам не уронит после двух жестких ударов между ног и в голову, то можно его забрать. Подписывайся на канал. Видеокурс по самообороне под этим видео, по ссылочке можешь абсолютно бесплатно его скачать. До встречи в новых видеоуроках.